Он юн теперь. Дайте, у Вовы тоже там есть текст иногда. Он в «Сестрах» тоже есть, если вы не заметили. Это тот парень с гитарой, который был незаметен все выступление Фирич. Правильно, Оля, игнорирую его нахуй. Он и мне-то не особо нравится. А? Что? Кто здесь? Да и так слышно вроде. Все, включай. Заебись. Чудесный вечер, господа. Весна вроде наступает потихоньку, да? Все, заебись. Хоботиться можно понемножку там, типа, это вот. Бля, я недавно узнал значение глагола «хоботиться». Знаете, что это значит? Это значит работать. Ну, типа, ты с утра хоботишься такой, типа, на. Вот. Серьезно, хоботишься. Теперь я постоянно хобочусь. Когда я пишу альбом, я хобочусь. Такой, захоботился сегодня. Жизнь захоботила. Да, жизнь захоботила. Но слава богу, что кроме хоботов в жизни есть приколясы. Я думаю так. Оль, ты включишь Вована? Вовандрия. У него предки из Польши. Он может предъявить. Что унижают там какие-то. Ты просто шипишь, как змея ебаная. Давай в один микрофон петь, мы все равно по очереди читаем. Это что-то радио, какой-то маяк ебаный, я хуй знаю. Провод? Правда. Правда. Сейчас Вову заменим, да. Будет другой человек хоботиться сегодня. Хобота, хобота. Давайте, блядь, короче, я первый раз, пока тут эта вся хуйня ебала, попробую. Ага, спасибо. Короче, если вы следите за моей группой Стишат, а вы следите, потому что на последних чтениях было что-то 150 человек. О, да-да-да. Вот, то я типа отхожу немного от ебли и пробую писать о чем-то другом. И, как выяснилось, другое, кроме ебли, это у меня балтийские матросы. Вот. Мне кажется, это связано. Да. И, ну, типа, есть такой стишонок, который я недавно сделал. И мне кажется, он очень качественный и классный. Только я его ни разу не читал вслух. Сейчас попробую. Летний сад открыт зимой. Что-то тут не так. Петроградской стороной мы идем в кабак. Ваня с Маней, Валя с Галей. Я один. При винтовках, при гранатах, ленточки на бескозырках. Мы веселые ребята, влево-вправо зыркаем. На буржуев, на халуев, на бледин. А буржуи сторонятся перед зенками. Всех мы вас поставим, братцы, к стенкам. За советы, за декреты, за всех нас. Как Петлюру гнали с юга, Колчака с Сибири. Маня, запивай, подруга, чтоб душа пошире. Развернулась, раззуделась, разлилась. Мы нальем, еще нальем, да еще нальем. Эх, гуляем впятером, да сорим рублем. Ваня с Маней, Ваня с Галей, я один. Мы стреляем в потолок, мы крушим стаканы. Умереть придет свой срок, а пока нам рано. Мы, балтийские матросы, не грустим. Раз. О, ура! Ха-ха! Это я призвал дух балтийских матросов. Как будто бы, знаете, онемел на некоторое время. Такой кошмар без микрофона. Вы бы знали, это пиздец с гитарой стоять там. Вообще не понимаю. Ни слова не сказать. Все. Максим, пожалуйста, скажи чего-нибудь там за меня. Я не понимаю, как живут люди, у которых нет никакого микрофона. Музыкального проекта. Ну, типа, а что вы делаете по выходным? 90-е, поехали. Да. Еще пару лет назад...
Я запутался с словом «криминальный спектр». Сейчас «криминальный спектр»! Еще пару лет назад казалось, все будет пиздато, а теперь все накрывается огромной пиздой. Откинулись получившие двадцатку в 95-м и разыскивают коллег, вышедших по УДО. Достаются малиновые пиджаки, пропахшие нафталином. Заводятся механизмы золотых именных котлов, и улицы городов наполняют серьезные мужчины со странно оттопыренными карманами штанов. Раскопав старые верные промасленные УЗИ, они смотрят вокруг и не могут поверить. Мир поменялся, ну локборды и смузи. Повсюду камеры, в магазины стеклянные двери. И как-то никто не хочет жить по понятиям. Уделяют время непонятным вещам. Не щелкай балом, придут резко, как нати. 90-е нахуярят всех по щам. 90-е вернутся и нахуярят всех по щам. 90-е вернутся и нахуярят всех по щам. 90-е вернутся и нахуярят всех по щам. 90-е. 90-е вернутся и нахуярят всех по щам. 90-е вернутся и нахуярят всем по щам. 90-е вернутся и нахуярят всем по щам. Я не помню, что в 90-х кого-то стреляли. Только по телевизору в передаче Невзорова 600 секунд страха, в остальном едва ли. Мне было страшно, напротив, здорово. Впрочем, что я понимал, тогда моей задачей было выпить из лимонад и съесть все сладкое. Попробовать как можно больше сортов жвачек и прочитать все книги отца без остатка. Отцу давали зарплату, мешок мелких монет. Мы с ее семьей смеялись и ходили менять их банк. Да, денег тогда не было, да и сейчас их нет. И как примета времени снова в моде, мой банк. Замечаю десятилетия, все больше сходства. Если время циклично, то я готов. Ведь как-то вышел благословенный 90-е, когда вешали бизнесменов из криминтов. 90-е вернутся и нахуярят всем по щам. 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 90-е вернутся. 90-е уже здесь. 90-е вернутся. 90-е уже здесь. Следующая песня называется «Ни много ни мало Россия». Это, блядь, что за ремикс сейчас был? Они готовы пробиться, как экскурсанты. Увидеть березы, потрогать осину, услышать призывный распев гармонии. Они готовы дать взятку таможне в размере 3 миллионов до обогащающих финских крон. Но скоро согласны будут на ерба, они готовы успевать в Россию. У нервного союза, блять, нервы закрыты, пустуют. Я только подпевки знаю. Я хочу заново. Блять, я охуенно произнес валюту нерва. Но это же, блять, как евро, только круче. Типа нерва. Типа ты по. Да, второй заход, сейчас будет трюк. Дальнобойщики всего Евросоюза вторую неделю бьют лопин.
на бочке всего Евросоюза. Вторую неделю пьют Лапин Ранчи, их не пускают в Россию. Они готовы пробиться, как экскурсант, увидеть березы, потрогать осину, услышать призывный распев гармонии. Они готовы дать взятку таможни в размере 3 миллионов, да пока еще финских крон. Но скоро согласны будут на евро, никого не пускают в Россию. У Евросоюза натянуты нервы, а на выезд границы открыты. Но пункты контроля пустуют, и таможенники всего мира проводят время в тупую. Они играют в шашки и нарды и плачут по русским туристам, но к ним никто не поедет. У нас у самих уютно и чисто. Я иду по широким улицам и вижу довольно улыбающиеся лица. Я улыбаюсь в ответ, нам не нужна заграница. Новости в интернете, не потому что лень включить телевизор, просто телевидения нету. Мешает формированию собственного мнения, решили в Госдуме, издали закон, по которому уничтожили все телевышки, а интернет бесплатно полили в каждый дом. Я курю на балконе своей квартиры, взяты 2% ипотеку. Думаю сегодня зайти к соседу, он заполнит свою библиотеку. Большой специалист в французской философии, хочу взять почитать Мишеля Фуко. Сосед скоро вернется со смены, он трудится тут недалеко. В простом рабочем строительном заводе я никогда не видел его пьяным. Нет, может видеть в Эквалке Антион. Раньше любил вина Испании, а теперь покупает Краснодарского края. Они дешевле и богаче вкусом. Он открывает бутылку, нюхает пробку, говорит: хорошо, что я русский. Хорошо, что я русский. Как, блять, хорошо, что я русский. Какой восторг. Хотел быть наблюдателем, но нет работы для наблюдателей. Ни вбросы, ни карусели, никаких нарушений. Как-то не наблюдай тщательно. Поэтому просто проголосую, а потом к жене и детям домой. Нет варианта не идти на выборы. Мне ж не все равно, что будет с моей страной. И всем мне все равно уже очень давно. И на всех выборах 100% явка. И на всех ревенных поделим Чечни. Введение смертной казни, легализации травки. Сосед Сталивар приготовил гаспачо. Зовет нас сегодня женой на ужин. Мне нравится его фетучини с грибами. Гаспачо получается не пример хуже. Ну ладно, что ж, не обижать соседа. Тем более на ужин соберется весь дом. Мы во дворе расставим скамейки и соберемся за огромным столом. В соседнем дворе та же картина во всем городе, по всей России. Наши мужчины самые дружные, наши женщины самые красивые. Сосед Сталивар откроет бутылки краснодарских вин, покупку их пустит и скажет наш обязательный тост: как хорошо, что я русский. Как хорошо, что я русский. Я помню, блядь, в какой-то у нас был странный концерт, когда мы играли эту песню. Чуп, а, самолетик, я думал, там нам говна накидали на сцену. Ладно, неважно. Короче, мы где-то играли эту песню, и там просто люди прям вот как хорошо, что и русские орали хором. Ну, чуть ли не зиговали. И мы такие, в смысле? А мы же не то имели в виду вообще, типа, что происходит. Но это было очень странно. Это не концерт со Сашей Скулом? Нет, там они вообще не воспринимали. Там очень страшно было. Да, мы однажды играли с Сашей. Ну, это худшая наша идея была вообще. Мы даже не добавили. Зачем ты сказал? Ну, и все знают. Никто, мы даже не добавили ну, ладно, в альбом концерта. Но мы же эти, честные парни. Хули нам да. Стесняться-то? А, спасибо, что вы все... Блядь, охуенно, да вас так охуенно. Вы все пришли на мой день рождения, да? Максим! Я вас обожаю. Без этого барни нихуя не было бы так-то. Похлопайте Вове лучше. Он у него. Ну, блядь, у него был. Мне вчера нахлопались, нормально. Спасибо, спасибо. Вова, да, это я. Мне приятно. Че, давай какой-нибудь такой позитивный. Мне уже трючок. Похуй, я Вова.
Короче, я подошел к Вове, говорю, давай какую-нибудь веселую песню. И мы такие посмотрели. А у нас типа 6 альбомов и веселых песен 2, и мы их отыграли уже, типа. Так что грустные сейчас будут, давай. Нами было обнаружено тело. Труп мужчины лет 40, без признаков трупный. Окоченело стекло, уши, кисти, руки лучшего цвета. Крупные пятна, тело лежит головой у двери. Одежда чистая, опрятная, располагается на спине. В полутора метрах от дивана, на 30 метров пониже сердца, имеется круглой формы рана. Одежда трупа испачкана кровью, выходного отверстия нет. Очевидно, пуля застряла в теле между ног трупа. Лежит пистолет системы Маузер и одна гильза. Других гильз не обнаружено. Покойный сам произвел себя выстрел из своего же оружия. Самоотвод, самоотвод, самоотвод. Самоотвод, самоотвод, самоотвод. Самоотвод, самоотвод, самоотвод. Самоотвод, самоотвод, самоотвод! Спасибо. Давай, друг. Жалко, Булунский ушел. А помнишь, как твои бродячие собаки напали на нашу палатку? Горящим факелом в палатке неделю воняло гари. А как я на берегу Балтийского моря на нас там, блядь, я не то все делаю. Первый раунд. Это был чек. Владящие собаки напали на нашу палатку в Гаполярии. Дубник на кинет творящую факелу в палатке недели воняло гарью. А как тонули на бензине Байкалу и Ниму, никакой надежды на спасение. Ты кричал, что воды еще мало, и громко читал Сергея Есенина. Или затрачен в Сибирске Мерва, когда минус 40 ни одной попутки. Мы срубили огромное дерево, и у костра полежали сутки. А как на берегу Охотского моря на нас с тобой ушел бурый медведь. Все, что можно, мы в жизни попробовали, только не пробовали умереть. Твой друг по-хорошему злобный. Используешь свою невероятную силу. Может быть, мы не стали с тобой над взятыми лондонами, сломарками, бенами. По-любому были. Я был отчаянным, согласен, как Сергей. Я думал, космонавт, ты был ученым с Земли. Если бы ты был разным, я в том сфере сестра.
страшные кровожадные лунные твари. Хотя, что толку, когда сочный бред и старый съедом для вас индивали. Хватило мощности реактора, и по карту до ножка банок. За первую обитаемую планету фарватера. И пока домой не загонит мама. Мы встретились в этих конце 90-х на форуме отборочных братьев Сукацких. Может, я потерял мой почту просто, но скорее нам не о чем было общаться. Где-то мой дух сейчас смеялся, я три годы. Что стало с тобой, мне вовсе не безразлично. Может быть, мы не стали космическими пилотами, но хотя в соображении у нас все отлично. Где-то теперь мой друг по-хорошему ёбнутый. Я надеюсь, что так же весело и спокоен. Может быть, мы не стали с тобой жёными розанами, но хотя бы какое-то время были с тобою. Нет. Вот, а вот такое, это не концерт, он нет, нахуй. Тоже нет. Очевидно, не зная прогноза погоды, собаки бежали по тонкому льду. Сильно рискуя уйти под воду, ведь на этой неделе все ждали весну. От собак убегали глупо, успех и трех собаки пытались съесть. Я смотрел из окна маршрутки и думал, сегодня плюс 6. Если меня не обманули гизметео, они почти наверняка обманули. Завтра наступит настоящее лето, и жара будет будто в июле. А в маршрутке сидели шубы из меха, пуховики и пальто. Машину тронулись, пробка поехала, будь дворы за мостом. Открыли старую пластинку из детства, была вся малышка, так и смотрели. В этом году такой безответственный дежурный по мнению. Дежурный по апрелю. Дежурный по апрелю. Генерал Вар. Сейчас начну. Сейчас начну. Генерал Ворон испытали без диски, попавших на плечи Топрона Каштанов, каркает отбой. Я закрываю глаза ладонью. Вокруг все безумие, оранжевый, голубой. Тень падает на... Вот уже хатисили красное солнце, отражает на мостовой. Так своего дворника смахнул метлой. Коллектор осень лучами через верхушки сосен. Дыбка березом в кабинете увольняет начальника лета. За беспечность и безответственность я вдыхаю запах. Старые газеты вдыхаю приветы и другие слова, на которые все вокруг все равно. Равно, все равно. Генерал Ворона с медалями желудей ведет атаку серьезку сезонной людей. Он сам летит впереди, и мне кажется, даже сон здесь имеет вредные примеси. Имеют вредные примеси. Имеют вредные примеси. Всем спасибо, сейчас будет песня «Аутро», которая, по-моему, мы играли один раз, да? А вообще играли. А у тебя есть минус вообще? Вообще не знаю. Посмотри, я бы хотел. Ну ладно, посмотрим. Я бы хотел вот сейчас ее сыграть, заебись. Бля, день рождения, круто будет, да? Там же типа... Ой, Евгений Алехин. Короче, знаете, что выяснилось? Песня, которую я хочу сыграть, типа, на конец этого концерта. У нас нет ее минуса, и более того, мы ни разу ее не играли, поэтому я буду петь ее акапелла. Ты нашел? Ну давай. А где я там вступаю? Я не помню. Не, готов, готов. Вруби, я пойму там. Первая затяжка, первые сигареты прикуренные от бензиновой зажигалки делает.
Хуй знает. Короче... Почти так, как я хотел. Все, заебись. Спасибо, ребята, что спасибо. Пришли. Все охуенно. Раз. А могу я попросить сразу обрубить линию и вообще все на свете, чтобы я ничего не взорвал тут? Уже, видимо, некого. Ну ладно.